Теперь немножечко еще на эту тему поговорю. Я не могу иначе. Вот это вот вода плюс 6 градусов 12 сентября, это что? А в это время уже у нас это, на Борусе снег лежит. Оттуда стекают ручьи, и вот они, эти ручьи. Это не Енисей, нет, это горный Енисей. Тот же ручей, только побольше. Вот. У нас случилось следующее. Я ничего долго, ну, одну передачу посмотрел, вторую, по одному центральному каналу, по другому, по третьему, и схватился за голову. Вдруг оказалось, что наши главные враги ЛГБТ. А я знаю, что не все из вас даже аббревиатуру такую не знают. Сейчас придется рассказать. Почему? Я не могу понять, мы же как, помните мои фразы знаменитые, уже знаменитые? Время, проведенное в саду, не засчитывается в срок жизни. Мы должны быть абсолютно здоровы. Но сюда работа в саду, она включает. Сегодня ты промок насквозь. Так нет. Завтра ты от жары подыхаешь. Так нет. Послезавтра ты промораживал так, что я приходил домой, кипяток садился, приезжал в город. Так промораживал меня. Ну, сейчас видели, 30 градусов мороза. Вот. А значит, здоровье должно быть на первом месте именно у нас, у садоводов. Мы не отсидимся в теплых этих квартирах. Нет, нам сад надо, и сейчас надо. Понятно? Вот. И что получается? Друг по телевизору, а это очень важно, друг нашли крайнего виноватого врага нашего, ЛГБТ. Это особая особь, сейчас я вам расшифрую. Вот. Но меня удивило массовость, что я включил один канал, ЛГБТ, вот, а это, и через это идет ненависть к ним. Ненависть. Вот. Второй канал, третий канал. И все центральные. И каждый день, и уже три, да уже неделю. И показывают эти на Западе эти страшные. Там такие демонстрации, там на улицах этих ЛГБТшников десятки, если не сотни тысяч. И действительно страшно становится. Но страшно не за это, а за то, что наши, проклиная ЛГБТ, даже не знают причины, почему они плодятся, как мухи. Вот смотрите. Я вынужден об этом говорить. Я гражданин России. Итак, что такое ЛГБТ? Вот эти аббревиатуры, четыре буквы, объединили лесбиянок, геев, бисексуальные люди. Но это когда эти... которые с теми, с теми. Трансгендеры. Вот. Понятно? Причем трансгендеры – это не трансвеститы, не что. Вот. И вот получается следующее. Сейчас европейская нация погибнет, можете не сомневаться. Сейчас они идут к этому. Они не понимают это. Они ни смысла не понимают, что у них творится, почему у них... постепенно-постепенно меняется общество. Почему мужчины в штанах перестают быть мужчинами? Почему один какой-то с ножиком может ходить и резать, а все разбегаются, и никто не может взять просто самое, справиться с ним? Ну, вот представьте себе, он с ножом, вы берете ну, какой-нибудь прут, метровый прут, лучше 1,20 м, да? Можно хорошую такую палку. У кого преимущество? Палка-то длиннее ножа. Нет, сотни мужиков разбегаются. Когда у нас показывают, нас другое показывают. У нас одна-два негодяя, подонка, бьют женщину лежачую. Вот. Все мужики проходят мимо, отправляются. Ни один, ни два, десятки. У нас тонет ребенок, а на берегу стоят десятки людей, в том числе мужиков. И никто не кидается в воду, знаете почему? На холодное. Как можно залезть в холодную воду? По ней льдинки текут. Вот это есть. А откуда они берутся? Внимание. Вот откуда. Я так пишу. Самые цивилизованные страны, вот, достигнут многого, но достигнут при этом комфорта, что Эллада, Древняя Греция, что Древний Рим, вот, с их прекрасными банями, с их этими эстакадами, с их этими с водопроводами, совсем. Они погибли от варваров. Варвары, извините, яички, если так прямо говорить, яички болтались
и производили гормоны, мужские гормоны. А эти в тепле перестали их производить. Вот так и погибли. А теперь следующая Западная Европа. Понимаете? А потом и мы, потому что мы от них переняли вот эти вот рекламу, вот эту вот, видите? Вот. Фрейда бедного забыли. И вот когда по телевизору показывают, кто-то проклинает, правильно, неправильно, другой вопрос. Настоящие геи, природные геи, они такие же люди, как мы, они ничего не виноваты, они такими родились. Но геи искусственные, из-за того, что в тепле у мальчиков не развивались половые органы, в тепле, подчеркиваю, перегретые яички, самое главное. Из-за этого вот, они становятся вялыми, они безинициативными, туповатыми, а потом делай, что хочешь. А что такое хочешь? У каждого отняли, у каждого гражданина России отняли по 1 000 000 рублей. Увеличили этот самый возраст. Ни один не вышел на улицу. Вот смотрите, показываю. Вот так вот. Вот. Я должен на это обратить внимание. Почему? Довожу эту тему до конца и прошу моего брата потом отдельно это выделить. И так же вот как там отдельным фильмом. Почему? Пусть я еще уже говорил об этом, но среди нас есть люди, которые об этом даже не догадываются. У кого есть дети, у кого есть мальчики. Даже не догадываются. Образ жизни такой, что не дай бог, ведь это трагедия, когда он вырастет и окажется как на Западной Европе. Почему там мальчикам говорят, пусть они сами определяются, пусть в этих же теплых условиях, а он уже и не мальчик вовсе-то. Он даже не девочка растет. Это новая особь, ЛГБТ. И вот получается, что именно они, потеряв способность сопротивляться, способность воевать, драться, спасать, защищать близких, рожать здоровых детей, они просто-напросто погубят страну сами по себе. И так как они пришли к власти, пусть он не гей. Вот. Нет, он не гей. Но он настолько, извините за это, туп, что находясь на трибуне, в высочайших трибунах, проклиная этих же геев, этих же транссексуалов и прочих, заодно уже лесбиянок, лесбиянство, кстати, это естественный процесс. Вот искусственные геи – это уродство. Лесбиянки – это естественный процесс, но это отдельная тема. Вот. Так вот, они с самых высоких трибун уже из этой серости плюс блат, плюс кумовство, достигнув вершины, они, проклиная, им же надо чем-то люди мозги занять, чтобы люди сейчас не думали о войне, чтобы люди не думали о ценах. Караул! Вот она беда. Это не шутки. Вы что, не смотрели сегодня телевизор? Вы вчера не смотрели телевизор? Они, проклиная вот эту вот группу, так, которых действительно в Западной Европе они становятся ведущей силой, у них же президенты эти же за ЛГБТ. У них целые футбольные команды, но даже отвлечься хочется. Еще мужчины были, когда был сейчас же идет чемпионат мира. Ой, как не хочется отвлечься. Ладно, не буду, потом, может, отдельно. Вот. Они с высокой трибуны, проклиная вот это, не зная причины, откуда берутся искусственные геи, откуда они берутся, не зная искусства, те, которые в тепле выросли, и они просто слабенькие мужчинки, а ведь им детей рожать. Вот. А это будущее горе для семьи, для будущего, для детей, для будущей жены, вот, которые они не удовлетворят нигде, ни дома, ни на работе, ни в постели, ни принеся зарплату, ничего. Это женщины сейчас становятся вместо мужчин, потому что их место занимают. Вынуждены занимать. Я уж смотрю, там министр этой обороны, женщина, премьер-министр, женщина, в крупнейших странах мира. Вице-президенты, женщины, президенты, женщины. Это же не случайно. Так вот, эти высокие трибуны, наши уже, объявив войну ЛГБТ, требуя, чтобы они исчезли из виду, просто исчезли из виду. Я не знаю, будут ли эти клубы закрывать. Мне тогда, ну, лично мне все равно. Я там не был и не буду. Они не знают вот этого. Вот этого. Они просто не знают причину.
что сейчас с этой трибуны надо быстро устранять причину. Во всех домах есть эти самые современные, у большинства современные машинки эти стиральные. Не надо бояться пеленок. Отменить все эти самые подгузники, отменить эти новые трусики, эти самые, все, что... Вы понимаете, что этого нельзя делать, это уже не мальчики растут. Западный пример, наши руководители высшие, они этого не знают, они тупы в этом плане. Они, может, в чем-то другом сильны, они, может, не зря же они там такой вершин достигли. Но анализировать не могут, понять причину вот эту они не могут. Зигмунда Фрейда они не изучали. Все, высказался. Ну, не могу я видеть это каждый день по телевизору. Зачем вам войну объявили? Нет, правильно объявили. Ну, назвать причину-то можно было? Они не знают. Это значит, что ЛГБТшники все равно победят мужиков. Почему? Будучи уязвленными, как раз вот эта кампания против них, уязвленными, будучи униженными, вот, они берут свое. Это так же, как всегда было. Пример, ой, нет, не буду я, они, такие примеры они могут увести в сторону. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.